Братья Никита и Даниил похожи, как две капли воды. Смеясь, говорят о том, что паспорта они путать не будут. При этом они отмечают, что к хранению важного документа будут подходить ответственно. Очень важный документ. Если его потерять, это будет очень обидно. Теперь мы отвечаем за поступки и можем работать. Ну, немного, правда, но работать. Глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил ребят со значимым событием в их жизни и пожелал гордо нести высокое звание гражданина Российской Федерации. Соблюдать права и обязанности, возложенные на них новым статусом. Я хочу пожелать вам, чтобы вы были законопослушными, достойными гражданами нашей страны. Любите Россию, берегите, цените нашу страну. Не забывайте, что вы часть большого народа, народа с великой историей. Очень хочется, чтобы вы были действительно достойными и соответствовали тому воспитанию, которое у вас вкладывали родители все эти годы. В этот раз паспорта получили 11 юных жителей округа. Каждому Андрей Иванов вручил книгу Николая Карамзина «История государства российского». Ребята, вдохновленные и радостные, покидали торжественную церемонию, держа в руках свой первый документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».